И снова здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш тренинг по мануальному массажу. Сейчас мы проходим локтевые техники. Да? Растягивая, декомпрессируя позвоночник, мы дошли локтем до сюда, да? Прохрустели где надо, и остановились на лопатке. По принципу эргономики, где остановились, там мы продолжаем следующие приемы со следующей зоной. Да? Сейчас будем обрабатывать лопатку. Для этого мы... Берем, ну, если помните, мы там дополнительно уже трапецию начали, да? Разжимать, массировать. Промассировали лапы леопарда. Прием лапы леопарда, еще раз показываю. Подогнули коготки. И такие вот шестереночки. Вот так он работает активно. Всю плечевую зону, дельтовидные мышцы. Приподняли, встряхнули. Опустили, как будто она выпадает у нас лопатка вниз, прижимаясь к столу. И одной рукой подтянули руку, завернув его за спину. Здесь смотрите, если у человека хорошая подвижность, можно и выше, в принципе, поднять, да? Но мы видим, что приподнимается локоть, да? Когда локоть приподнимается, тогда лопатка, она более плотно прижата к ребрам. Тогда можем маневрировать либо пониже, либо опустить вот сюда. Особенно тем, у кого передний дельтовидный пучок, ну, спазмирован, да, или укорочен, у них рука практически не поднимается или болит. То тогда вот можно вот так вот на стол ложить. Или хотя бы вот так вот, да, придерживать. Но для того, чтобы нам это все обрабатывать, эта рука у нас держит предплечье, да, и поворачивает так локоть, куда нам нужно. Если мы будем сейчас работать с трапецией, да, мы больше ее раскрываем. Вот, растянули, да. Если с лопаткой, то берем кулак, оставляем здесь, а наклоняем локоть вниз. Вот, лопатка поднимается выше, видите. Если нужно там вниз с лопаткой проработать, то туда вот возьмем локоть. То есть мы маневрируем. Если надо показать человеку, что вот он не расслабился, или чтобы он дополнительно расслабился, да, потрясли вот так вот и дополнительно его... Эти мышцы растянули. Этот локоть у нас лежит на крестце. И, в принципе, тоже такой метод эргономики уникальный от Олега Лафгудрина. Наша половина тела отдыхает. Вот, видите, я, эта нога практически висит. На одной стою. И эта половинка корпуса, она тоже вот, она просто висит, расслабляется. Не бойтесь, не беспокойтесь. Крестец очень крепкая кость. И особенно у женщин, тем более, она крепкая. Вы никогда ее не раздавите и не сделаете больно. Единственное, что если у человека грыжа, то ни в коем случае не промахивайтесь и не надавите на позвоночник. Рука лежит, локоть на крестце. Понимаете, да? Вот. Ну и, соответственно, начали опять все наши приемы с растирания, с активного. Растерли трапецию. Растерли ее здесь. Ну, на самом деле трапеция идет вот отсюда, нижняя ее часть, средняя часть и верхняя часть, вот до сюда идет. Загибается вот сюда и крепится до середины ключицы, ключичной кости, вот это вот, это тоже трапеция. Поэтому мы всю ее с этой стороны обработали, вдоль волокон, поперек волокон, еще больше стараемся как бы отвести лопатку пилообразными такими движениями. Некоторые говорят, ты что, распилить меня хочешь? Вот. После этого мягко переходим на локоть, локтевые техники, да? И также продолжаем спиралевидными движениями делать декомпрессию снизу вверх. Вот. Мне понадобится сейчас побольше открыть вот это пространство. Для этого я руку еще раз уложу вот сюда. Вот. Отдельно его прорабатываю локтем. Отодвигаем широкими такими уже вращательными движениями лопатку. Приподнимаю ее трапецию сюда мягкими движениями, вот такими вращательными. Если мы почувствовали, что у человека лопатка тяжело отодвигается, да, скорее всего, у него перетянуты передние мышцы, либо грудные, либо вот дельтовидные, да, то тогда мы можем больше поднять лопатку и прямо их вот проработать. Вот эти вот места, ну, на камере, не знаю, видно или нет. Вот отдельно дополнительно можно проработать
и кулачком, и лапа леопарда, и вот тут вот грудные мышцы, большая грудная мышца, вплоть до грудины. Кладем человека обратно, потрясли, чтобы он лопатку побольше расслабил, и кулачком вот дополнительно проработали. Когда я руку вожу сюда, сразу перехожу тоже еще такие точечные методы воздействия на триггерную зону. Тут на самом деле их полно, триггерных точек. Ну вот смотрите, первое, там где трапеция крепится к карамелевому отростку, тут такая ямка. Вот в этой ямке триггерная точка. Мы в нее большим пальцем перпендикулярно. Перпендикулярно это что значит? На все точки нужно давить в тело. То есть отсюда мы давим сюда, получается в него, да? Здесь давим тоже в него, здесь давим под углом, получается, в лопатку. Вот хрящ такой тут у лопатки есть. Со стороны давим вот туда. Показываю, как это происходит. Вот таким большим пальцем ввинчивающие движения. И вывинчиваемся, ввинчиваемся и вывинчиваемся. Не получается вот ввинчиваться вот так, да, то хотя бы вот вибрацию такую на них. Они бывают болезненные. Больно? Угу. Вот сколько получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Далее лопатка открыта висит. То есть трапециевидная мышца где-то вот до середины примерно вот этого участка. Нет, две трети сверху получается она занимает. А дальше просто лопатка висит, поэтому тут просто ее отжимаем. Иной раз получается так, что даже пол ладони мои входят под лопатку человека, у кого хорошо. Далее кулачком, вот этими костяшками, мы с вибрацией прорабатываем всю трапецию. Соответственно, она как идет? Если тут волокна расположены вот так, здесь вот так, то здесь вот от шеи идут, да? По длине, по направлению этих волокон. Вот туда в лопатку и тут вот отсюда. Идем до самой лопатки. После этого завершающий этап, это мы вот тут круглые мышцы есть, большая, малая. Мы на них особо внимания не обращаем, они и так постоянно у нас в процессе, мы их разминали уже, да. Просто мы отводим отработанные участки распада клеток. Вот туда в подмышечную зону лимфу туда выводим. Помогаем человеку еще больше расслабиться. Вот такими движениями. Мягко все это выводим вот туда в подмышечную зону. На этом закончим прием работы с лопаткой. А дальше перейдем к следующему приему. Завершающие работы с нашим участком спины с левой стороны. Поэтому смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал, если хотите знать больше. Но видео, я вам скажу, просмотр просто видео вам не поможет. Вам помогут только практические занятия, поэтому вам надо присутствовать здесь, сейчас, где Олег Алав вас всему научит. Приходите на тренинги.